Судьба курдов, конечно, вызывает сочувствие. Но в то же время надо понимать, что в какой-то момент курды в Сирии своим союзникам почему-то выбрали Америку, а не президента своей страны Башара Асада, и не Россию, которая последовательно помогала очищать Сирию от террористов ИГИЛ. Курды отказались от переговоров с Асадом, а свои действия в Сирии стали координировать лишь с США. Американцы их сначала использовали как пушечное мясо, ведь курды – прекрасные воины. За услуги и верность курды надеялись с помощью США создать свое государство или, как минимум, на покровительство и защиту. Но американцы в итоге курдов просто предали и бросили. И на кого курдам сейчас писать жалобу? Ведь и ранее в истории США минимум десяток раз кидали курдов по-крупному. После Первой мировой не поддержали создание собственного курдского государства. После Второй мировой вооружали курдов ради того, чтобы натравливать их на своих врагов в регионе. А когда курдов в результате бомбили и поливали американским же напалмом, то США палец о палец не ударили, чтобы курдов поддержать. Сейчас США кинули своих союзников в очередной раз. Хотя, если посмотреть на дело с другой стороны, то курды сами в очередной раз обманулись в выборе покровителя. Ведь США ненадежный партнер. Понимая, почему на этой неделе струхнули, например, поляки. В статье под заголовком «Трамп предал курдов, предаст и Польшу», наверное, главная газета Варшавы «Речь Посполита» пишет. Возникает важный вопрос. Может ли Трамп также отказаться от европейского союзника? Мы всегда будем бояться предательства Америки, независимо от того, кто там будет президентом. Но все-таки, может ли Америка предать и европейцев? Может. Более того.